люди в интернете, с вами я, Оля Осадчая, и да, я наконец-то решила, что буду вести канал, и решила, о чем он будет. Я очень долго думала, о чем я хочу сделать этот канал, и вообще, хочу ли я его делать или не хочу, и, в общем, я пришла к выводу, что да, я хочу снимать видео на YouTube, это интересно для меня, и также я решила, что я здесь буду рассказывать о своей профессиональной деятельности, то есть о фотографии и съемке видео. То есть, в целом, этот канал будет посвящен съемке видео и фото. Но сегодня я хочу поговорить не о фотографии, не о съемке видео, а о теме, которая не совсем с этим связана, но, тем не менее, очень для меня важна. Я хочу обратить на нее внимание. Это тема помощи бездомным животным, либо животным, попавшим в беду. Стоп, не спешите выключать это видео, здесь не будет жалобных историй про бедных собачек, которым надо помочь и так далее. Ну, то есть, вернее, эти истории будут, но это не в таком контексте. Сегодня я хочу рассказать о приютах для животных, в которых работают люди, люди, которые помогают животным, попавшим в беду, помогают им лечением, кормят их, помогают им найти новый дом, помогают им оправиться от того, что с ними сделали предыдущие люди. Ведь согласитесь, все эти бездомные животные, которых мы видим каждый день на улице, это исключительно наша вина и ответственность, потому что именно человек селекционировал этих животных, именно люди выбрасывают животных на улицу, когда они просто им надоели, когда у них появляется, не знаю, там, новый член семьи и так далее. Но я здесь не хочу говорить о безответственных и отвратительных, на мой взгляд, людях, которые просто, в принципе, мне противны. Я хочу говорить о тех людях, которые делают что-то хорошее, которые помогают. И я надеюсь, что каждый из нас может стать таким человеком. И поэтому я хочу рассказать вам о своем опыте помощи. В данном случае мы с Мишей помогали в приюте для бездомных собак. Он называется Артемон и находится в городе Борисполе. Мы приехали в приют, чтобы строить собачкам двери и кормить собачек, и тискать собачек, щеночков. Тут должны быть щеночки. Да? Замок на двери, а тут вот лежит лайка босс. Это главная лайка. Рыжий, иди помогай. Тут сломалась дверь из одного вольера в другой, и рыжий, теперь он может выходить и приставать к другим собакам. А вчера здесь была поломана дверь еще в один вольер. Мы ее вчера починили. Так у рыжего был просто рай. Он ходил либо к телочкам, либо вот к этим пацанам, которых он все время достает. На сегодня мы починим дверь, и рыжему больше не будет такой радости. Он будет сидеть со своими друганами, вот этими вот. С ремонтом и выгулом собак, а также сделали фотографии для того, чтобы помочь животным найти дом, чтобы их можно было публиковать в социальных сетях и в местной газете. Практически все из этих собак
которых мы фотографировали летом, на сегодняшний день уже пристроены, и это очень хорошо. На сегодняшний день в приюте находится 106 собак, и у него нет никакого государственного финансирования. Все эти животные получают питание и уход только за счет того, что люди, которым они не безразличны, делают свои пожертвования. Приехав в приют зимой, мы поняли, что мы можем помочь еще и тем, что сделаем сайт, на котором можно не только публиковать животных, которые ищут дом, животных, которым нужна ветеринарная помощь, но также и собирать пожертвования от людей, которые хотят помочь. Сейчас на экране я транслирую сайт, мы недавно закончили его и только запустили. Если вам интересна тема помощи животных и вы хотите помочь приюту, которому помогаем мы, переходите по ссылке в описании, и вы там сможете все увидеть. Я больше чем уверена, что в каждом городе есть приют для котов, для собак, для других животных, которые нуждаются в вашей помощи и с удовольствием ее примут. И абсолютно неважно, будет это материальная помощь или помощь работой. Вы можете помочь в ремонте, в котором всегда нуждается приют. Вы можете помочь в уборке, готовке еды, выгуле собак и так далее. Если, к примеру, вы занимаетесь фотографией, вы можете сделать фотографии для животных, которые ищут дом. Тем самым, возможно, вы поможете им его обрести, и это прекрасно. Бездомные животные нуждаются не только в будке и миске каши, но они также нуждаются во внимании, в любви и заботе. И они очень рады, когда с ними общаются, поэтому каждый из вас может оказать посильную помощь, если придет в приют в своем городе и просто проявит участие и внимание. Я очень надеюсь, что вы досмотрели это видео до конца, и для вас, как и для меня, эта тема помощи животным очень важна. И я бы очень хотела прочитать в комментариях внизу о вашем опыте помощи животным, если вы этим занимаетесь. А если вы еще не занимались этим, то я надеюсь, что у вас все впереди. Ребят, всем большое спасибо за просмотр, большое спасибо, что потратили свое время, слушая меня. Надеюсь, вы заценили атмосферку, я тут прилегла на ковре возле камина. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.